принято за основу. Какие будут, коллеги, замечания по повестке? Депутат Анисимов, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич Тыгашев, в соответствии со статьей 14 Закона Республики Хакасия 28 декабря 1999 года, номер 72, вносим предложение о включении в повестку дня очередной 24-й сессии Верховного Совета Республики Хакасия 7-го созыва вопроса о рассмотрении поступившего в адрес Верховного Совета Республики Хакасия постановления Народного Хурала Парламента Республики Калмыкия от 25 декабря 2020 года, номер 436-6, об обращении Народного Хурала парламентом к депутатам Верховного Совета Республики Хакасия. Для выступления по данному вопросу просим дать слово депутатам Народного Хурала Республики Калмыкия Манжиковой Наталье Сергеевне, Кузьмикову Арсену Борисовичу и доктору исторических наук Калмыцкого научного центра РАН Ачирову Уташу Борисовичу. Это все предлагаем внести в раздел «Разная повестки сессии». Спасибо. Спасибо. Есть еще предложения, замечания, коллеги? Дополнительные? Нет. Напоминаю, что вчера и позавчера проведены заседания комитетов, комиссии, заседания фракции. Дополнительных вопросов, по крайней мере, на вечер вчерашнего дня никто не предлагал. Поэтому давайте, у нас поступил вопрос один. Предлагается, вот депутат Анисимов предложил выступить. Шпигарский. Я уточню одну деталь перед тем, как будем голосовать по данному вопросу. Докладываю, что в адрес Верховного Совета никаких обращений со стороны парламента Калмыкии не поступало. Такие обращения поступили в адрес депутатов, отдельных депутатов. Это небольшое уточнение. Ну, это уточнение. Уважаемые коллеги, предложение депутата Анисимова предлагает включить вопрос. Он назвал его, озвучил, повестку и так далее. Ставится на голосование. Кто чтобы, за то, чтобы этот вопрос включить? Прошу голосовать. Включить режим голосования. Против. Ну, отклоняется вопрос. Это, спасибо. Здесь не Майдан, здесь идет заседание рабочего органа. ВКС еще. Да, ВКС. Просьба включить ВКС. За или против? За или против? Кто за? За. Нет. Против кто? Двое. Значит, против. Ну, единогласно. Вернее, плюс два голоса. Против. Хорошо.